Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Ну, что-то подпрыгивает, как на углях. Ну, понятно. Защищая физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта, берем Ольгу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ольги поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ольгу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Готова, доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ольги, под ногами. Интернет ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ольги. Находит все. Нет, 3 канала. 3 канала. Поехали. Демон, инкуб и гуманоид. Как я говорил, 3 канала. Инкуб и гуманоид. Интересно. Хорошо. Демон какой? Считай цифры. 12. Хорошо, демон, на что ты зашел? На страх. Страх. Хорошо. Как это избежать? Твой под ключиком. Что и надо было сделать, чтобы ты не зашел? Холодный ум иметь. Холодный ум. Как долго ты находишься в ее биополе? 2 недели. Значит, ты зашел в момент самого большого страха? Или этот страх продолжался? Нет, я усиливал. Ты его усиливал. Хорошо. Понятно. Инкуб, как долго ты находишься в биополе? А, подожди, он Хорошо. Говорит, демон, что он зашел на тревогу и усиливал тревогу до страха. Тревога переходила в страх. Но следующий пункт – это уже панические атаки. Да. Я знаю, куда ты ведешь. А скажи, Дима... Немного осталось. Вот так даже глубоко она нырнула, да? Еще не до самого дна. Хорошо. И это ты все смог за 2 недели увидеть и воплотить в жизнь? Как ощущалось твое воздействие на физическом плане? Знаешь, он показывает, как да. будто он угли подкидывает. А, вот как. Вот оттуда эти угли. И она на них подпрыгивала, как ты говоришь. Да. Да? Понятно. Благодарю за информацию. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? 1 месяц. 1 месяц. Хорошо. Гуманоид, откуда ты? Нибиру? Нибиру. А ты зашел на ангельские энергии, да? Воровал частички души, говори сразу. Он ее ограничивал. Ее не видели или ее? Нет, она видела только узкую полоску информации. А, то есть ты ей показывал? Анализировать не могла. Потому что она всей картины не видела, да? Все нет. Остальное... То есть ты ей закрыл практически, оставил... И не хотела. И не хотела даже? Нет, ее устраивало то, что она видела. Понятно. Хорошо. Как долго ты находился в этом биополе? Подожди, мозг ее сопротивлялся, но я установил четкую грань информации. Скажи, твоя информация не шла случайно из интернета? Я именно так попал. Покажи, пожалуйста, этот канал. С установкой. Я понимаю, ты попал через какого-то другого. Через информацию. От какого-то человека или просто от информации. За этой информацией, вернее, оттуда, откуда ты пришел. От эгрегора. От эгрегора. Значит, она смотрела какую-то программу какого-то человека, который подключен или имеет свой эгрегор, который на самом деле... подключен. К вам подключен. Это человек вот этот с бородой, о котором... Показываю фотографию ему. Я не имею права. Я понимаю, хорошо. Он не будет своих выдавать по-любому. Хорошо. Итак, сколько ты находился, гуманоид, в ее биополе? 3 недели. 3 недели. Демон 2 недели, значит, ты зашел инкуб 1 месяц. Хорошо. Давайте тогда начнем со следующего. Так, демон, скажи мне, ты только что сказал, что в ней находится энергия страха. Я так понимаю, да? Находится. Хорошо. Я почему спрашиваю? Я просто намерен их выдавить из нее
или уничтожить, или отдать тебе. Так как это твоя чистота, я тебя спрашиваю, хочешь ты их иметь или нет? Давай, давай. Давай тогда сделаем по следующим планам. Ты выходишь сейчас, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, и докладывай мне прямо на месте о готовности. Я после этого выдавлю шар и отдам его тебе. Давай, приступай. Что мне делать? Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, если связанные ноги, если твои подключки, если что-то есть, все вытаскивай. Носки есть, на руках есть. Вот это и снимай. И есть его разбросанные угли под ногами. Все, что находится на твоей чистоте, все, что ты установил в ней, все вытаскивай. Если угли твои, вытаскивай угли. Потому что мы все будем проверять сканером. Сканер проводит проверку несколько миллионов герц, чтобы не случилось, что кто-то сгорит по каналу. Все собрал. Хорошо. Так, даю команду на счет 3, включая Ольге внутренний белый свет. 1, 2, 3. И Ольга выдавливает из себя все эмоции, чувства, негативные энергии, эмоции, чувства, весь страх, всю панику, все нездоровое, патогенное. На счет 3 начинает выходить из всех 7 ее тонких тел. 1, 2, 3. Пошел свет. Шар формируется. Выдавливаем. Не знаешь, как слезы, и как будто вот ее... Трясет. Хорошо. Тогда я зачитаю весь полностью текст. И в этот же шар начинает лететь из Ольги все энергии злости, раздражения, ненависти, агрессии. Все эти энергии выходят и формируются в шар. Немного. Хорошо. Красивый шар, большой? Большой. Демон забираешь? Что, не дождусь. Отправляю демону. Хорошо, инкуб, давай, выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе, вытаскивай, ничего не забывай, приступай. И возвращайся в клетку. Подожди, демон орет, что ты мне подсунул. А что там? Там какие-то золотые энергии были внутри. Космические? Соломона. Я не знаю, ты же сказал, энергии страха выдавливают. Все, что я зачитал. Если в этом шаре присутствует энергия царя Соломона, она выходит из нее, из этого шара, и отправляется к Ольге. Она как нитка. Вот, отлично. Все, возвращаем Ольге назад. Остается только негативные энергии, эмоции, мысли, чувства. Как они попали вообще в негатив, я не пойму. В этот шар. Она их не различает. А, она не работает с ними вообще, да? Готово. Хорошо, теперь демон нормально? Проверь сейчас. Там, скажи там свое баракадабру. Хорошо. И если какие-то в этом шаре находятся, возвращается из этого шара назад к Ольге. Она что, реально перепутала, где хорошее, где плохо, где плохое уже? Что в этот шар все собирается? Я такого еще не видел. Нет, там нет позитивных энергий. А, вот как. Хорошо, что-нибудь вернулось? Ничего, да? Нет. Демон, все чисто? Давай, тогда заберу, да пойду уже. Отправляю демона. Все равно назад отправишь. Конечно, отправлю. Хоть подпитаюсь немножко. Поэтому и предложил. Ты мне объяснил ситуацию, и за это мне для тебя не жалко этой энергии. Ты мне помог разобраться в причинах. Чего отправишь назад, пока горяченький? Подожди 2 секунды, нам надо еще каналы обрубить после этого. 2 минуты. Инкуб, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. У него холод в сердечной чакре. Одиночество. Это он на это зашел или это его подключка? Это его подключка. Понятно. Хорошо, если она ощущала эти ощущения, значит, она должна понимать, что это была его работа. Все понятно. Хорошо. Забрал. Хорошо, и гуманоиду выходить не надо, гуманоид. Давай все, что есть в биополе, пусть выходит твое. Забирай все до последнего микрона. Приступай. Голова, затылок, виски. Понятно. А в каком месте ты к ней подцепился, гуманоид? Это не больница была? Кровать. Подожди, а мы ее квартиру чистили, Вера? Вытащил. Отлично, даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Ей плохо от этой установки. Она как подтравливала ее. Дождемся контрольной проверки.
Там есть еще энергии гуманоида. Включая внутренний белый свет Ольги 1, 2, 3. На 4 Ольга выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся на чистоте гуманоида и его присадок. 1, 2, 3. Пошел свет, свет выдавливает. Этот шар формируется перед ней. Ну, вот эта тошнота и выходит с нее как раз. Готово. Открывается под шаром портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Контрольная проверка прошла. Все чисто, да? Да. Даю команду. Ольга на счет 3 делает импульс высоковибрационного шокового удара и сжигает все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы и подключки. Готово. Отлично. Хорошо. Все проверили. Сдаю. Отпускаю демон. Готов уходить? Давно готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Инкуб готов уходить из того огненной пентаграммы. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки. И инкуб уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяем. Готово. Хорошо, Ли, пожалуйста, выйди на связь. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид с Нибиру 3 недели. Как ты скажешь, может, там что-то есть? Нет, не заберем, это выбор человека. Это выбор человека, благодарю тебя. Хорошо, гуманоид. Я прошу тебя больше не приходить в это биополе. Ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте гуманоида. 1, 2, 3. И гуманоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Отлично. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Ольге и какая частота вибрации максимально комфортная. 320. 27. На счет 3 макушку головы Ольги начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Идет информация, что она пыталась найти другие знания, не используя то, что уже есть. Это ее право выбора. Я понимаю, это ее ангел Лерун говорит. Все правильно. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Будем возвращать Ольгу. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У меня тонкое тело с таким удовольствием вернулось, как будто домой вернулось в тело. Гуманоид ей бы быстро с демоном перекрыл воздух, а одиночество добавил бы инкуб. Душе приятно в этом теле быть. Душа любит это тело. Готово. Отлично. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел прием. Я на месте.